Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei P Smart 2019 года поменять язык клавиатуры. Скорее всего, у вас клавиатура SwiftK, поэтому делаем следующее. Заходим в настройки, система, язык и ввод, клавиатура SwiftK, многоязычная, все языки, и выбираем, например, русский сейчас найдем. Вот у нас есть, оказывается, какой-то русинский язык, но нет, мы выбираем русский. Компактная, обычная, выберем обычную. Все, вот и она, да. Поднимаемся наверх, да. Добавлена русская и английская клавиатуры. Теперь заходим и смахиваем пробел, чтобы поменять клавиатуру. Можем ее просто отключить, либо же нажать удерживать, чтобы удалить клавиатуру. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!